совершение и преступление, предусмотрено частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, учится в стороны, исследуя представленный материал, руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316, 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговорил Фоменко Николая Владимировича признать уголовное совершение преступления, предусмотрено частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание штрафом в размере 70 тысяч рублей. Мера пресечения Фоменко Николая Владимировича подписку о невозможащем поведении отменить по собственному приговору законную силу. Информация о перечислении суммы штрафа указывается банк указан, который например, перечислит штраф Василия Аркадьевна, реквизитора, счетный счет, ННН, БИК, КТММО. Разъяснить Фоменко, что штраф должен уплачен в течение 60 дней со дня вступления в приговор в законную силу. Сведения о уплате штрафа необходимо представить судебный пристав исполнителю в течение 10 суток после истечения срока установленного для уплаты штрафа, а также Вашинский городской суд Красноярского края. Вещественные доказательства по делу, результаты оперативной расследовательной деятельности, хранящиеся при деле, хранить при уголовном деле, документы, изъятые, затем возвращенного группы СТК, оставить в распоряжении данной организации. Документы, возвращенные Фоменко, ранее исследованные, оставить по принадлежности у Фоменко.